Хроника происшествий сегодняшнего дня в Петрозаводске ознаменована одним пожаром мусоропровода и четырьмя дорожно-транспортными происшествиями, в которых в том числе пострадали два пешехода. На улице Антиканина обломанные сильным ветром сучья Старого Тополя разнесли лобовое стекло и помяли капот припаркованной Нивы. Судя по тому, что владелец сразу же отправился в ЖЭУ, именно там он и собирается искать ответственных за произошедшее. В 16 часов на улице Мерецкого соскочившая штанга троллейбуса оборвала несущий трос контактной сети. Ремонт занял более 50 минут. За это время на перекрестке Мерецкого-Урицкого успели скопиться все троллейбусы 4-го маршрута, а 3-го и 6-го, кого успели предупредить, повезли своих пассажиров по другой дороге.